Блять, я вообще представляю нахуй картину. Типа, чуваки такие в двери. Чуваки такие в дверь вламываются, нихуя не открывают, типа думают, школьник их троллит. В итоге такой отец приходит: сынок, сынок. Сынок, сынок. Блять, открой дверь, я открываю нахуй, там кусок камня. В итоге еще и баг нашелся, что через стену слышно, если дверь стоит. Вот. Ну и думаю, блять, что-то долго они сигнализацию отключают, не приходят. Думаю, да похуй, дай, думаю, выломаю дверь, а там, короче, труп, блядь, нашпигованный болтами. Бран, нахуй, типа, белые глаза, вот этот, блядь, из какого, из Игры Престолов, нахуй. Бран, блядь, в коляске с болтами в пузе, нахуй. В своих покоях, блядь, со стенкой на двери. Короче, ебать, нахуй, я посмеялся, оно того стоило. Ну, лучше бы мне, конечно, дали сдохнуть. Надо было себе в башку выстрелить. Да.